Привет, привет. Пару слов расскажу о сериале, кстати, о бабочках. В центре сюжета я даже запомнила, может быть, ну не самый первый раз, но в общем, я запомнила имя героини, даже отчество. Ее зовут Анастасия Петровна. Она чем-то похожа на меня в чем-то, именно своей вот этой интеллектуализацией, рационализацией. Вообще люди, кто много говорит о, как это так сказать, интеллектуализирует, да, говорит, так сказать, такими терминами, понятиями, да, это люди с подавленными чувствами. Хорошо. В общем, в центре сюжета Анастасия Петровна. Ее играет Пелагея Невзорова. Редко, кстати, тоже имена запоминаю. Вот. И актриса защищает диссертацию на тему любви. Я так поняла. И обещает провести этот эксперимент научный на себе. В общем, я смотрела вчера весь вечер после работы, сегодня перед работой, так не досмотрела, потому что 4 серии. Но именно хочу сказать, что такой легкий, ненавязчивый, на вечер, красивые актеры, новые лица. И рисовала сегодня утром. Сейчас рисую лепнину, и мне нравится, что это именно такая логическая задача. Так, что еще сказать по этому сериалу? Пелагея Невзорова снималась в сериале... Вот и забыла. «Деревенская примадонна» или что-то такое. Я его тоже себе на телефон скачала. Может быть, у меня нет возможности прям смотреть на работе. Ну, прям совсем обрывочно. У меня есть возможность.